Говори. Hello, Ukraine has to be split apart. Окей, доки, йо. Говори. Ukraine has to be split apart. Ну, вчера, раньше у вас было на славу Украине, нужно было кричать героям слава. А позавчера Байден прислал телеграмму, что теперь меняется, что слава Украине нужно отвечать Ukraine has to be split apart. Вот ты говоришь слава Украине, я говорю Ukraine has to be split apart. Ты говоришь чудово, да почитаешь, узнаешь. Ты говоришь чудово, а я говорю воистину чудово. Вот так по-новому. Откуда? Ты откуда сам? Львовский? Да хуйло, успокойся. Откуда? Львив, Тернополь? Нет, я... С Крыма? С какого города? С Крыма? С какого места? С Крыма? Евпатория. И что там в Евпатории, это самое, вокзал, как приезжаешь, вокзал с какой стороны, с левой или с правой? С правой. Ага, он тупиковый вообще-то, ну ладно. А с Евпатории... Ну хорошо, что-то мне сдается, что ты где-то с Винницы. Абас Хмельницкого. Ну ладно, это же рулетка, ты можешь... Это виртуальное, как вот ты скажешь, так и должно быть, потому что это вот виртуальное представление. Ну все нормально, ладно. Ладно, запомни. Это самое, еще раз, значит, Байден позавчера прислал телеграмму. Раньше было на славу Украине, нужно было начать героям славы, сейчас нужно начать Ukraine to has to be split apart. Ukraine has to be split apart. Ну да, да, и будет у вас счастье, я понимаю. Ладно. Гугли, что я тебе сказал, давай успехов. А он как будто невзначай, всего лишь доллар дал начать. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один язык. Наверное, зря жалел Деникин Хамов, их надо было брозгать да плетьми, а вот теперь ни воинство, ни храмов.